С учениками своими сказал им: «Кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а души своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою? Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде сем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приедет в славе Отца Своего со святыми ангелами». И сказал им: «Истинно говорю вам, есть некоторые, стоящие здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшие в силе».